В округе провели публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По словам начальника финансового управления Люберецкой администрации Андроника Пака, общий объем доходов бюджета на 2023 год составит не менее 15,5 миллиардов рублей. Объем расходов более 16 миллиардов, что на 895 миллионов больше по сравнению с 2022. При подготовке главного финансового документа приоритеты не изменились, сохранена его социальная направленность. Расходы бюджета сформированы на основании утвержденных 17 муниципальных программ. Социальная защита, безопасность, культура, спорт, экология и окружающая среда. Отдельно докладчик остановился на образовании, на которое направят более 8 миллиардов рублей. Публичные слушания признали состоявшимися. Теперь проект бюджета вынесут на заседание Совета депутатов городского округа Люберцы.